Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. 24 июля 2017 года. Офис 1580. Доброе утро. У нас прошедшие сутки, к счастью, без чрезвычайных происшествий. По коммунальным службам на сегодняшнее утро у нас информация о том, что стоят 16 лифтов, 8 лифтов Полтава лифта и 8 лифтов Грин лифта. Традиционно, я думаю, что в понедельник максимально лифтеры сейчас постараются закрыть все моменты, там, где не надо делать, скажем так, капитальных работ. По Полтавагазу ситуация остается такой же самой. Выходили мы на диспетчерскую, уточняли информацию. Остаются те же дома, остаются у нас биогаза. Уютная 22, ГВК Артемовского 10А, Европейская 92А, Давыдовского 15, Степановка Алтурина 19, Кричевского 17, 17А 19 и Алмазная 10. По Полтаву-водоканалу, скажем так, хорошо поработали на выходных. За прошлые сутки было у них 8 заявок по канализации. Все 8 заявок были выполнены. По водоснабжению было 7 заявок, 5 выполнили, 2 осталось на контроле. То есть видим, что за вчерашние сутки, допустим, полностью закрыты были все вопросы по канализации. Я думаю, сегодня будут новые, но тем не менее, что водоканал у нас оперативно справляется. По погоде на сегодня нам передают днем температуру 27-29 градусов без засадков. В принципе, все, выходные прошли более-менее спокойно. Есть моменты по Полтавагазу, ну, это у нас, скажем, долгостоящие, пока перспективы по включению я, к сожалению, не вижу. Больная тема Полтавагаз. Полтавагаз, вы играетесь. Всем хорошего дня, моих репортажей.